Всем привет, дорогие друзья! Пришла очередная посылочка с сайта AliExpress. Заказал я детские смарт-часы Q100. Цена вопроса составила 1700 рублей. Там плюс-минус копейки. Плюс, то есть, дополнительный ремешок. Но сейчас об этом поподробнее. Доставка была порядка 25 дней. Трек номер отслеживается. Все хорошо, все было хорошо упаковано. Повторюсь еще раз. Данного вида посылки я теперь стал открывать на почте и проверять их, потому что очень много подвоха. То есть нечестна наша почта России, честно говоря. Здесь, как мы видим, вот такие голубые часы, голубенькие должны быть, детские. И поехали дальше. Вот они, часики. Вот так они выглядят. Давайте сейчас комплектацию быстро разберем. Что у нас в комплекте? В комплекте у нас идет, по моей просьбе, китаец положил вот такую вот громадную зарядку. Это типа в виде подарка. Он мне такую фишку сделал. Так, дополнительный ремешок, это отдельно я его заказывал у этого же продавца, цена вопроса составила $2, да, $2, там что-то 100 рублей, что ли, ему доплачивал. Так, бумажки тут всякие, инструкции на китайском языке, на английском языке, ну, в принципе, посмотрите обзоры. И я сейчас попытаюсь вам вкратце рассказать, что да как. Тут ничего сложного нету, все понятно. Зарядка у нас вот такого плана магнитная. До этого на версии Q90 была зарядка micro USB. В этот раз они, видите, сделали такую магнитную зарядочку. Вот так вот часики у нас смотрятся. Вот сюда вот все это дело вот так вот подключается. Вот таким вот образом. Для чего взял магнитную? Ну, чтобы ребенок, как бы, как говорится, 5 лет ребенку, чтобы все это дело аккуратнее снималось, заряжалось, как говорится, чтобы не сломал, не порвал. Вот они сами часы. Так. Вот так они включаются у нас. Как мы видим, здесь все горит, все цветно. Оп, нет, так еще хуже. Так, здесь у нас отсек под наносим. Вот так все это выглядит. Датчик сенсорный на снятие часов. Теперь, чтобы вытащить сим-карту, не как в предыдущей версии, нужно обязательно будет снять часы с руки. Соответственно, вам на ваш телефон, там, родителям придет сообщение о том, что часы снимаются. То есть тогда уже будет видно последнее местонахождение ребенка. Здесь у нас получается телефонная книга. Так, как-то сбоку сделаем это дело, почему-то блик идет. Телефонная книга, время, разговоры, этот чат голосовой передается у нас. Подружиться, это можно, то есть, сконнектиться с другим ребенком, у кого есть такие же часы. Шагомер и быстрое обучение, это игрушка, там ответы. Есть вот такой QR-код для установки приложения. Либо устанавливайте отдельное приложение в Play Market, называется оно SeaTracker. SeaTracker я установился на телефон, сейчас телефон как бы занят. Установил на планшет. Но, к сожалению, видите, на планшете на моем не поддерживается данная прога. Программа вся на русском языке, как просто на сайте она на английском. Вот так все это будет выглядеть дело. Здесь настроечки, ваш номер телефона, добавляйте в записную книжку номера, отслеживание, то есть вот так вот все это показывается, четко проверял, то есть, ну, 50 метров там плюс-минус, даже меньше, наверное.
все манипуляции с данными часами нужно делать через это приложение. То есть добавление номеров, добавление горячей кнопки SOS, то есть экстренный вызов, туда забиваете 3 номера по умолчанию, то есть ребенок уже нажмет, как бы, куда ему позвонить. Да, телефон, часы данные поддерживают, работают в режиме 2G только. Также местоположение отслеживается через Wi-Fi, через GPS и GLONASS. Как бы в этой версии, да, есть GLONASS. Видите, как бы телефонная книжка, телефон номера, ну, отсутствует. Как бы советую для покупки, тем более цена вопроса, ну, 1700, это, в принципе, недорого. Все, как бы, описание есть на сайте, ну, как бы, в приложении, все на русском языке, как бы, все разберетесь, там ничего сложного нету. Также вот добавляется у нас громкость, ну, как мы слышим, динамик, конечно, хотел бы желать лучшего. Ну, что вы хотели, это 1700, как бы, это нормальное явление. В подарок маленькому ребенку самое оно. Что хотелось бы сказать вам из минусов? Да, минусов в принципе для такой ценовой категории, ну, нету. Но единственное, могли бы, конечно, сюда запилить какую-нибудь игрушку детскую, чтобы ребенку было более интересно. И как бы, что касаемо сенсора, ну, чуть-чуть нужно почувствительнее его. То есть хотелось бы, конечно, чуть-чуть почувствительнее, потому что не всегда срабатывает все это дело. Хотя, в принципе, неплохо. Неплохо, скажем так. Единственное приложение пока, как говорится, есть для этих часов, это SeaTracker. Первая или вторая версия. Но я вам советую скачать первую. Потому что она более удобная, более надежная. А так, в целом советую. Ссылочка на товар будет в описании. Если понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.